Здравствуйте, я Ирина Ан, руководитель практики гражданского и хозяйственного права юридической компании «Приходько и партнер». В качестве адвоката по медицинскому праву я часто сталкиваюсь с целым рядом вопросов организации и предоставления качественной медицинской помощи в Украине. Замечали ли вы, что пациенты и медицинские работники юридически не защищены? Современная украинская система здравоохранения и законодательная база несовершенны и только начинают развиваться. Из-за этого усложнено регулирование не только функционирования медицины, но и разрешения критических ситуаций. Наша команда имеет большой опыт работы с клиентами в сфере медицинского права. Мы осуществляем защиту пациентов по некачественному предоставлению медицинских услуг, ведем переговоры с клиниками и врачами для досудебного урегулирования конфликтных ситуаций, инициируем проверки недобросовестных врачей в случае выявления халатности в работе специалистов. Имея опыт в том, где могут возникнуть проблемные вопросы с пациентами, мы также консультируем и налаживаем юридическую сторону работы врачей и клиник, включая получение медицинских лицензий, налаживание системы обязательного документооборота, согласование перечня необходимых документов для клиники и сопровождаем в урегулировании спорных вопросов. У нас вы получите профессиональную команду, всегда готовую ответить на ваши вопросы и помочь решить любые правовые вызовы. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам в защите ваших прав в сфере медицины. Добро пожаловать в «Приходько и партнеры».